Да. Это так. Женя, право ушел. Женя, вот, смотри.
удар не дает. Право, ниже. Дайте. Право, ниже. Хорош, поменяли. Этого оставили. Пишите, пишите!
Да, 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 да
От
своей. Лево, Андрюх! В этот раз нет. Давай! Ты че, блядь?
Он это Петербург, понял, в одном месте ходил. Так ты ж хочешь так и сон.
очень много. Там уже все записалось, это же надо. Мне тогда это уже было, блядь. Артём Савенко, команда. Вера Рубер Потоканов. Из команды. Григорян Эдуард. Григорян Эдуард. Потоканов. Что у тебя? Ты сказал мне отчество, ты любимый, помарочка. Давай, давай. 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 Давай, давай.
Он не сел, я ехал. А, да, да, он справа. Он боялся, у него, типа, я на механике. Да, на механике, да. Да, говорит, он не знает. Ну, что же это помогло? Ну, что же помогло? Где бы мы были, да? Потому что только мы были втроем, блядь, я бы только людей воспитывал. Есть механика немного? Да, это тоже. А, ты знаешь, как я, Костик, у меня ночевал перед рыбалкой? Я взял ключи от машины, чтобы заправиться утром, потому что он прямо спал, поехал на заправку. Стою на светофоре, блядь, а у него, понял, чтобы дать мне ключи, ни юбки нету, ни повези нету, ни хуя. Я, короче, как первый вроде включаю, понял, на светофоре, блядь. Пускай цепление назад, назад. Я, блядь, тормоза мне сзади с машины, понял. Я охуевший, думаю, что это хуя, второй раз, включаю. У него первая, блядь, как у меня третья была, блядь. Ну, понял, прямо. Да, просто прямо. Ну, есть, да, я знаю. Это тут я. Но у нас когда ходит был, блядь, подъемчик. Юбка, да, юбка. Есть игрок! Я первый поставил. Ну, а мне на БК там была такая, что и топить надо, понял? Ну, я понял, понял. Да, у нас сейчас просто назад. А у тебя как сейчас назад? Правая или назад? Просто правая вниз, да, да, да. Ну, у меня была такая штука. Да, шестая, да. Ну, такая у меня нет. Понятно. Да. Р это вообще ракета, понял? Когда Р включаешь, а турбина. Да, 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 да,
Решай.
Умница, спасибо, умница. Ну, сейчас возьму. Не-не-не-не-не.
Жаги, Форда Мустанга, но это уже не себе, короче, есть. Черный, черный и красный. У одного этот Ягуар. Ягуар, да. У одного, посмотрите, Б8. У Тимера Митвиша Ланка, да, да, они не особо понимают, да, потому что они все равно, да, у всех машин. Ягуар. Я расскажу секрет. Человек, машина, блядь, на кредиты, блядь, не понятно, может все быть, конечно. Но ну, там они все нормально чувствуют. Это видно, это видно так просто. По одежде, да? Вообще не по одежде, да, просто. Он спокоен, понятно. Молодцы, что-то могут. Плохо, блядь, потому что на Мерсе это там ездит. Все ухо, блядь. Абсолютно правильно, блядь, если она будет. Так нормально, абсолютно. Не, абсолютно нормально, да, если вас это так. Он тоже, блядь, он тоже Тоха, мы разобрали, он сзади, блядь, стоит, он последний раз сюда играет. Кирдоха? Тоха, блядь. На сколько оно там белое, видел, на мэр стоял белый, блядь? Не, вчера обосал. Вы вышли сразу на белый? Я его вчера обосал, блядь. Я понял, короче. Ладно, ладно. Ниже, ниже. Алло. 6-2, по-моему, все. 6-0 было, да, 2 забили нам, так еще 2 вылетело, 6-2. Я уже заканчивался, думаю, нужно все 10 осталось. Ну да. Забивал Джека последний, я помню, забил, до этого Виталик забил. Вова, блин, Володя, блин, хорошего, блин, положил, понял, перекинул так на 6, там, блин, вратаря, блин. Вова вообще понравился в этом матче, пока, блядь, все привычки. Старается, очень получается, блядь. Обводит, блядь, дает последнее, да. Ну, короче, 6-2 пока. Да. Ага, да. Оля, давай, так, да. Так, здесь немного. Здесь что я тебе говорил? Слушай, да, мы столкали, мы там. Он занимается этим. Для кальян, то как это называется, блядь. Для кальянов? Не, кальян, для кальян, на кальяннике, понял, специальные ортопедические такие, понял. Да, вот все по медицине, этим, понял, все это, блядь, причиндалы. Ну, кого-то убили на этом поле. У него, типа, магазин свой. Ну, нормально, все пишет. Нет, это он на Челкса, не хода сделал это. Магазин. Ну, может, там не только, да, а что он сам не говорит? Ты видел, да? Да. И секунды осталось? Не хуже вообще. Ну, это очень хорошо. Все, ладно. Но на отдельном матче не проявился, блядь. Ну что, я буду тебя сейчас домой. Ты домой видел, что ли? А ты? Шлёпа дал. Пойдем гулять дальше, что? Куда мы пойдем? А куда мы пойдем, блядь? Я, наверное, не пойду. Зачем ты гуляешь? Да не буду, так это на районе. Куда мы будем? Да нахуя я на такси поеду? Хороший, хороший. Не рада. Не хочешь пошли на район? Не, не рада. На район просто не ходи. Мигура, блядь, сейчас...